Всем привет, ребят! Сегодня я снимаю для вас новый влог. Он будет, скорее всего, однодневный. Мы сейчас собрались. Коша приехал. Да, солнышко мое. Зачем-то стоит в моей куртке. Это моя. Хотел меня поцеловать, а я не дала. И, короче, сейчас мы поедем пообедаем. Для меня это будет завтрак, для всех остальных это будет обед. И потом мы поедем починим мой телефон. У меня там еще кое-что произошло. Вернее, я не знаю, можно ли это починить. Вообще, короче, потом поедем. Я кое-что себе должна купить. Потом в 6 часов я договорилась с подругой. Мы планировали пойти в кино. Она договорилась с подругой, а мы идем втроем в итоге. Вот этот человек пойдет с нами. Ну, если сможет. Я сегодня надела свои новые джинсы из Страдивариуса. Свитер. Я сегодня белый. Надел свои новые джоггеры из Джордана. Да. Новую кофту из Джордана. Кепку Джордана я потерял. Сумочку. И вот моя курточка. У меня моя курточка. Да, и на ногах у меня будут новые Бэдфорд. А Гоша говорит, что он не замечает мои новые вещи. У нас вчера просто такое во дворе было. У нас все машины застряли. Нам помогли соседи. Ой, какая красота. У нас во дворе ремонт идет. Вон, видите. Поэтому я не буду вам показывать. Там люди работают. Смотрите, папа говорит, на улице минус 8, по ощущениям минус 14. На улице минус 10. Ай, как красиво. Вы поедете на двух машинах, я поеду с Гошей. Вот так. Ау. Зря я чипсы поел. Смотрите, как грязно. Ай, смотрите, какое солнышко. Надо было очки одеть. Я в шапочке, смотрите, какая смешная, чтобы под красное подходила. Так классно на улице. Гоша говорит, что моя блогерская деятельность — это бездельничество. Вот я с ним не согласна. Это не бездельничество, это работа. Да? Да, будет прикольно, если мы здесь встанем. Пойдем. Сколько снега, мы приехали кушать. Мы потеряли кафе, но мы его нашли. Благо. Ай, какое солнце! Класс! Привет, пап! Мы потеряли кафе, короче, это вообще угар. Коротко о том, как мы ходим в кафе. Нас слишком много. Сейчас буду выбирать, что мне покушать. Да, мам? Солнце, мы кушаем, точнее мы ждем наш заказ, и мы практически одни тут сидим. Вот моя семья не признает мое блогерство. Вот как можно было съесть половину салата, пока я не видела? Вот видите, нам еще не все принесли, но мы уже кушать садимся. Ребенок голодный. Посмотрите, моя еда Гошина. Моя. Гош. Нас было не так много, как нам казалось, и мы переборщили заказом, поэтому... Ляна, хватит петь. Короче, сейчас мы уже будем выезжать. И сегодня, вроде как, у меня ждет насыщенный день. Всегда, когда я это говорю, день не насыщенный. Мы едем сейчас за косметикой. Вот, надо там что-то выбрать. А потом поедем, вот отвезем мой телефон. Вот в этом, ребят, магазине я была. Мы с мамой выбрали. Уже уходим. Видите, как красиво. Ой, я впечаталась в дверь. Заехали в Мир косметики, купили косметику. Точнее, я взяла ее на обзор. И сейчас мы едем еще в одно место. Там сладости. Короче, сегодня очень интересный день получается. Надеюсь, что я в кино успею.
мы бежим. Мы, короче, уже покупаем подарки на Новый год. Вот сегодня, где я в магазине была, я должна была выбирать подарки, но я выбирала все себе. А сейчас вот мы приехали за подарком деткам. Тут у них вкусняшки и лолки Ляне, которые сейчас прям так популярны. Приехали мы за сладостями. Детьмишки есть какие. Сейчас купятся везде. Вот сейчас считаем киндеры наши. Я решила, что коробочка у нас будет красно-синяя. Вот такой вот магазин. Блукатик. Набрали столько сладостей в коробке. Так красиво все. Будет стоять под елочкой у нас. За месяц уже готовимся к Новому году. Все заранее. Приехала в магазин, фотографируюсь. Видите, какие лосинки с пайетками. Мне прямо не нравятся очень. Их я решила себе взять. Мы приехали за Тимкой, он пойдет со мной в кино. И у них дома охраняют служебными собаками. У них там огромный ротвейлер. Вылазит там из-под забора. И не видно ничего. Наши билетики. Ральф против интернета. Ребенок не может дождаться, да? Ребят, я вчера забыла с вами попрощаться, когда мы приехали домой. Мы болтали, сидели, потом Гоша уехал, Камила осталась мне ночевать. Настит мою косметику смотрит. А я сейчас буду снимать для вас хол. Видите, сколько одежды. Вот, так что спасибо, что посмотрели влог. И увидимся в следующем видео. Пока! Пока!